По Первоуральскому льду теперь катаются москвичи. В столице России открылась главная новогодняя горка. Материал для строительства самого популярного зимнего аттракциона в Москву привезли из Первоуральска. Главная горка страны установлена в елочном городке «Путешествие в Рождество» между площадью Революции и Манежной площадью. Это в нескольких метрах от Красной площади. Высота горки 8, а длина более 100 метров. Лед для нее в столицу привезли на 10 фурах из Первоуральска. Всего потребовалось 200 кубометров льда. Для сравнения, столько же потратили на строительство всего ледового городка в Первоуральске. Напомним, что ледовые скульптуры и аттракционы из нашего льда в Москве строят уже четвертый год подряд.